Всем привет! Вы на канале Дед Мазай, и с вами Александр, его ведущий. Сегодня речь пойдет о электронных мотках фирмы Lucky Duck от компании Мировые охотничьи технологии. Магазин работает более 20 лет, надежный, шикарный, куча выбора товаров, всяких приколюх для охоты. Очень много в комментариях задают вопросы по поводу этих мотков. Это один из представителей с визуальной приманкой и пультом. Визуальная приманка — вот такая махалочка, хвостик. Вот так он сюда вставляется сверху. И при включении начинает вот так исполнять пируэты. По манку у меня есть подробный обзор на канале, можно посмотреть, ссылочка будет в описании. Что еще хочу сказать по поводу этих манков. Манки обалденные, просто настолько обалденные, что зверь просто подбегает, хватает их и убегает. У меня был в этом году случай, когда шакал подбежал, вот так схватил его и потащил. Я не успел среагировать, стрелял уже по бегущего. Тут вот остались отметины от зубов, вот видно, вот здесь царапины, и вот с этой стороны он мне его прокусил, вот дырка от зубов, вот зубы, как вот хватало, он его подбежал, вот так схватил и поволок. Я, конечно, обалдел, я думал, это только в американских фильмах, в роликах есть такое, в рекламе про эти манки. Я думал, только там такое возможно. Но оказалось, у нас тоже зверь вот так вот реагирует на... Даже наши шакалы реагируют вот так на такого рода манки. Нет, лиса. Готов, боец. Чем эти манки лучше, чем духовые, например, да? Духовой манок, когда ты орешь у него, зверь идет строго на тебя, делает крюк или прям ровно идет к тебе, и у тебя нет возможности пошевелиться, например, если ты смотришь в одну сторону, а зверь идет с этой стороны и идет уже на коротком расстоянии, как бы, да, и ты, у тебя нет возможности развернуться, потому что ты подшумишь, подшуршишь и как бы спугнешь зверя. Вот этот манок ставишь в стороне от себя его, например, ну, допустим, вот видно, да, эту дорогу видно. Вот сейчас ветер дует, видно, вот так, слева направо, да? И что я делаю? Я сажусь сзади, вот у меня посадка будет, я сажусь в посадке, ветер дует вот так. Манок ставлю вот на пригорке, да, вот тут вот, на этом метров 50-60 от себя ставлю. И зверь будет выходить с вот этих, например, кушерей, не видя меня, там сзади где-то, и будет идти на манок. Я как бы, получается, в стороне от зверя, он меня не чувствует, не наблюдает, и все прекрасно.
также ставится, ну, например, в других местах. Вот я сижу в посадке, впереди меня поле. Ветер слева направо вот так дует. Я, чтобы зверь не слышал мой запах, а шел сразу на манок, да, минуя мой запах, я ставлю от себя наискось. То есть не прямо перед собой манок, а чуть наискось. И, соответственно, сажусь полубоком к дороге, к посадке, например, да. И получается, что зверь, если выходит с посадки, он идет на манок, не слыша мой запах. Вот в чем преимущество вот таких манков. Ну и еще, конечно, шикарная вещь – это пульт. Конкретно на данном манке нету флешки, тут голоса записаны прям туда, в него. Тут нету флешки, но хватает этих голосов. Вот тут сколько их? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук. Вот на каждый голос есть своя кнопочка. Вот эта, вот эти все кнопочки – это голоса. Это стоп, это кнопка хвост запускать, это громкость тише, меньше. Вот. Дисплея нет, ночью не светится. Кнопку я тут заклеил, эту на манке тут тоже заклеил, чтобы не горело. И все, шикарно. Ты сидишь, включил его, увидел, допустим, зверя там в тепляк или в ночник, включил. Он подбегает ближе, выключаешь, чтобы не палиться, так скажем, да, чтобы не услышал фальша в звуке. И все, выключил, он идет на тебя, подходит на дистанцию, которая тебе нужна, там 180 метров плюс-минус, ну, кто как стреляет, да, уверенно, чтобы стрелять. Все, ты стреляешь, добыл, красота. Есть куча видео на моем канале, где я охочусь с таким манком, довольно успешно, шакал, лиса, бежит на него обалденно. Надо было сразу сказать, такой манок можно приобрести на сайте Мировой охотничьей технологии с моим промокодом Дед Мазай, там будет 10%, я оставлю в описании этот промокод, будет скидочка у вас 10% на все манки такого рода, этой фирмы. Есть больше с дисплеем на пульте, есть флешка там, они по-разному, разные модификации, но смысл в том, что покупая через, используя мой промокод, покупая на этом сайте, у вас будет скидочка 10%. Поэтому рекомендую, берите, вещь хорошая, обалденная, просто помощник в охоте шикарный. На этом все, спасибо за внимание, всем пока, удачных охот вам.